Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова. Я вас поздравляю с началом 11-го каталога компании Oriflame. Сейчас мы вместе с вами будем делать заказ. Я уже кое-что накидала в корзину. Моя задача сделать минимум 150 баллов, чтобы одним разом отправить заказ, а потом уже все, что будет до заказа какие-то, может быть, еще акции дополнительные от компании, это я делаю еще... У меня Мишин есть номер, дочкин номер, я туда их скидываю. Почему 150 баллов? Потому что это единственное условие для того, чтобы получать скидку с команды, то есть с группового товарооборота, чтобы вам было понятно. И, конечно, кто делает 150 баллов первый раз, вы уже выйдете на уровень 3% и будете получать первые свои денежки возврат от компании. Ну что, поехали. Я бросила в корзину пробники ароматов. Новинки будут Giordani Gold Woman, Giordani Gold Man. Хочу попробовать новинку, особенно женский аромат меня интересует. Для клиентки закидывают шариковый дезодорант. Для дочки очищающее мыло для лица и тела Pure Skin. Кстати, когда записывала обзор каталога, я не заметила это мыло. Мне кажется, оно будет прикольное. Тем более, что у нее есть вот проблемы некоторые на лице, воспаление. Поэтому все время подбираем средства, чтобы как можно быстрее все это очистилось. Знаете, после стресса, да, защита диплома, это, конечно, отразилось на лице. Заказываю 3 штуки маски скраб 2 в 1. 3, может больше взять, но пока 3. Одну у меня клиентка попросила, 2 для себя. У нас как раз закончилось, мы уже там отрезали. Очень люблю эту маску скраб, чайное дерево и лайм. Знаете, как она работает? Ее можно на влажную кожу вот так вот нанести, просто вот как скрабиком поскрабировать, а можно нанести как маска минут на 10, на 15, по ощущениям, чтобы она не засыхала, можно сбрызгивать из спрея водичкой. Какая кожа от нее, вы вот не представляете, я хоть и взрослый человек, мне 48 лет, но я очень люблю эту маску и частенько ей пользуюсь, вот, чтобы почистить поры, чтобы личико стало светлее, свежее, мне очень нравится. Так, заказали у меня блеск «Ледяная карамель», кстати, я себе такой блеск заказала, хожу с ним зачастую, а я накрасила губы или нет? Не помню, представляете, вот сижу сейчас и не понимаю, есть у меня помада на губах или нет. Итак, блеск для губ «Ледяная карамель». 6 щеток зубных, это 2 Миши, Лере, а остальные под заказ. Так, здесь какая-то новинка, набор. Давайте посмотрим, что входит в набор. Ну, конечно, это питательная маска «Schwedisch Spa». Для рук ночная маска, просто невероятно крутая. Вот, чтобы вы понимали, да, чтобы кожа не старела, нужно ее хорошо напитывать, потому что на руках кожа стареет очень быстро, так же, как вот на шее и, да, в мимические места, где мимика задействована. Мне эта маска безумно нравится. Уже сколько лет ей пользуюсь, она мне всегда есть в запасе, на всякий случай. Вдруг нет на складе. У меня ее всегда можно найти. Объемная тушь для ресниц и разглаживающая тканевая маска с персиком. Вот маску такую я уже пробовала, она просто огонь. То есть если надо лицо быстро привести в порядок, чтобы оно засияло, стало напитанное, мягенькое, чтобы никакого шелушения, обезвоженности, все убрать. А вот тушь мне такая абсолютно не нужна, тем более водостойкая, блин, я не заметила, что здесь водостойкая тушь, я думала, я ее продам, а сейчас... Но в любом случае это очень выгодно, 439 рублей, даже если я тушь просто кому-то подарю из своих клиенток, они будут в восторге, а у меня останется маска и маска, которая в сумме стоит, ну, как раз столько, то есть получается тушь в подарок. Каталог номер 12 за 29 рублей, но пока только один каталог нам мы получаем. Далее какой-то лифлет берем за 1 рубль с новостями. Здесь у меня второй шаг подписки Wellness Pack женский. Кстати, классная акция идет, если сейчас оформить подписку на Wellness, какой-то Wellness, это могут быть детские или витамины, или коктейли. Посмотрите. В чатах у вас наверняка скидывали информацию, как это выгодно. Всего 2 раза мы покупаем, 3-й бесплатно. Если до этого у нас была подписка 3 раза надо купить и только 4-й бесплатно, то пересчитайте, как это выгодно получается. С одной пачки более 1000 экономим. И 2 подписки детских витамин, это для клиентки. Пока у меня 126 баллов. И я нажимаю на кнопочку «Далее», можно нажать, или на раздел «Акции». И любая кнопка приведет вас туда, куда нужно.
И здесь мы находим дополнительные акции, эксклюзивно онлайн. Смотрите, листаем стрелочками, на телефоне то же самое, вперед-назад можно листать. И здесь у нас есть очень много товаров. Некоторые товары незаметно выгоды особой, как бы. Некоторые товары настолько выгодные, например, Эклат Мадемуазель за 639 рублей. Это потрясающий аромат, он настолько хорош, вы не представляете, он и стойкий, он очень красиво звучит, он такой девичий, женственный, очень нежный, такой аромат вдохновляющий. Я его ассоциирую с вдохновением, со счастьем, с радостью. Классный сухой шампунь для жирных волос, очень хороший, но у него рисковатый запах. Я его прям вот не переношу, этот запах, не люблю. Смотрите, крем для ног, отшелушивающий. Я думаю, это большой объем. Будет, надо, можно, знаете, как добавить в корзину и потом развернуть и посмотреть, какой объем. Мне кажется, это большой объем. Дезик для ног. О, мне вот такой дезик, наверное, нужен, а не тот. Так, вот этот мы берем. Видите, я нажала на кнопочку «Добавить», но пока в корзину не кидаю. Почему? Если я нажму кнопку «В корзину», то пропадет все. Я уже не смогу выбирать. А здесь еще есть что посмотреть, и я уже листала. Тут и помады, и ароматы. Смотрите, матирующий гель для жирной проблемной кожи. Здесь шампунь есть, кондиционер. Еще, ой, как я люблю вот этот ночной крем увлажняющий для ног. У меня даже здесь лежит, потому что я его только показывала кому-то и не унесла. 150 миллилитров, у меня большой объем, и здесь тоже большой объем. Он очень крутой, он такой же жирный, так питает ножки классно. И я, знаете, на ночь надо прямо и ноги мажу, и руки сразу. Или ноги им, а руки маской Swedish Spa. Так, что здесь еще? Вот, жидкая подводка. Хотела взять подводку. Всего 159 рублей, а она классная. Она очень хорошая. Я ее прям полюбила. Хотя я перепробовала все подводки в Oriflame. И Giordani, и он The One. И вот он Color мне очень нравится. Смотрите, ароматы. Кстати, сыворотка-размягчитель. Многие тоже спрашивают, работает ли она. Да, да, можно смело брать, работает. Крем для душа, мед и молоко, это для тех, у кого сухая кожа. Крем для душа, он уже содержит питательные компоненты, чтобы кожу увлажнять. То есть вы выйдете из душа, и у вас не будет ощущения, что надо быстрее мазаться кремом, чтобы там шелушиться, стянутость. Ой, какие помады красивые. Ну, кстати, еще хорошее предложение. 8 мл мини-спрей Eclat Mon Parfum. Потрясающий аромат. У меня полноразмерный есть флакон, я его очень люблю. Так, базовое покрытие для ногтей, опять же, парфюмы. Масло для волос, но у меня есть в запасе, поэтому пролистываю. Компактная пудра. Кто любит, да, масло для умывания? Мне оно не очень зашло, хотя я понимаю, что оно круто очищает кожу, но я все-таки как-то его не очень полюбила. Особенно макияж с глаз я им точно не смогла снимать. Так, ароматы. Тональный флюид для сияния кожи. Тоже, кстати, хороший продукт, очень популярный. Особенно его, знаете, любят взрослые женщины, у кого уже, вот знаете, кожа такая, ну вот возрастная, серая, такая морщинки. Вот они наносят этот продукт. А он, по-моему, с абрикосом или с персиком. То есть он прям сияет, он такой легкий. И не видно, что тон на лице, а он и тонирует легонько. И вот это вот сияние, и личико прям сразу, как конфетка такая молоденькая, красивенькая кожа становится. Ну не молоденькая прям на 20 лет, но значительно. То есть лицо свежее, холёное. Поэтому прям рекомендуйте другим. А так, а здесь что у нас? Антивозрастная губная помада, но у меня не открывается. Потрясающие классные щипчики, пилка, отличная пилка, прям тоже рекомендую. И еще помады, очень много вариантов. Спонж мне понравился, он такой сначала мохнатенький, но потом мохнатость ушла. Видите, какая классная акция? Giordani Gold Essence. Хороший такой аромат, мой любимчик из Oriflame прям. И, кстати, и вот и крем для тела, и Eclat Mon Parfum. То есть, если брать аромат и крем в паре, это будет прям вот... Вау, то есть все тело пахнет одними нотами. Вот это очень хорошо. Потому что бывает, иногда некоторые ноты вместе некрасиво звучат. Поэтому кремом, например, намазали каким-то ягодным, а сверху
ароматом, который не, например, си желтым и ягоды, и оно может не сойтись просто, не договориться. Ой, маска для волос хорошая. Ну, я в пакетиках набрала целую коробку маски. Кстати, очень люблю вот эти Hair X серию, именно восстанавливающие для того, чтобы волосы стали по качеству лучше, он прям хорошо восстанавливает. Ой, как мне нравятся эти помады. У меня только красный оттенок помады гель Giordani. Кстати, некоторые девочки писали, что им горчит, когда они ее наносят, потом все равно же в рот попадает помада. У меня такого нет. Я специально, хотя она и красная, специально несколько дней с ней ходила, проверяла. Ну, знаете, как тест-драйв. Будет горечь или нет? У меня нет. У меня все прям отлично. Помада шикарная. Так на губах. Вот классный, классный, классный продукт. Я в прошлую акцию себе два взяла. Одну сразу дочке отдала, она его выставила. Ну, знаете, как я покупаю вроде бы для семьи, а сама ей такая, это тебе. Она выставляет, естественно, в ванную, все пользуемся. Такая хитрость мамская. И вроде бы ей приятно, мама все время подарочки дарит. Так вот, вот это вот жидкое мыло с органическим маслом, какао и кокосом, оно вкусное. Оно вот, знаете, как десерт. Отличное, концентрированное, такое густое мыло, хорошо мылится, вкусно пахнет. Так, дезики кремовые я не люблю. Вот, мне нравится. Вот это нужно всем. Как можно использовать этот спрей? Просто как вместо тоника, просто распылили, впиталось сверху сыворотку, потом крем. Можно как термальная вода, например, вы жарко, вам некомфортно, возьмите из холодильника, поставьте в холодильник, достаньте, просто распылите вот лицо, шею, плечи. Очень хорошо. Или если кожа прям сухая, вы уже сделали уход, и через какое-то время идете наносить тональное средство. Возьмите прям пшикните, вот оно впитается, и сверху тон ляжет еще лучше. Кстати, аппарат для маникюра с такой скидкой. Ого! Очень выгодно. Так, еще шампунь. И набор фруктовый коктейль. Здесь, кстати, тоже выгодно. Получается очищение, скорее всего, здесь серии абрикос и апельсин. Только имейте в виду, что там будут отшелушивающие частички в нем. Потом тоник и киви. Это патчи для кожи. Для кожи, то есть можно где угодно их приклеивать. У меня, кстати, вчера закончился последний патч, последний фруктик из этой пачки, их там 8 штук, и я открываю и пользуюсь, вот у меня недели на 2, я бывает не каждый день, сегодня, например, не делала, потому что не открыла новую пачку, а до этого каждый день делала, потому что как-то вот то ли жарко, то ли влажность высокая, еще пьем много, я утром просыпаюсь, у меня отеки, и глаза такие вот прям вот припухшие, я патч приклеиваю, и у меня сразу хорошо. То есть отечность он убирает и хорошо увлажняет. То есть видно же, что вот нет морщин таких вот глубоких, каких-то там заметных. Так, вот я выбрала вот эти два продукта. Кидаю их в корзину. И тут вылазит рюкзак. Знаете, вот сижу, слюнки на него пускаю, думаю, надо, не надо. Но у меня три рюкзака. Один средний, поменьше и маленький. И есть большой рюкзак тоже от Oriflame в подарок получал. Примерно такой, только да, такой современный вот он, как водоотталкивающая ткань. Такая блестящая, он по акции у нас был. Я его получила бесплатно или за 1 рубль, не помню. И я думаю, ну нет, все-таки я не буду, я лучше какие-то витамины себе возьму дополнительно. Так, акции кончились, возвращаюсь в корзину. И все-таки я пролистываю вниз и смотрю, у нас витамины 53 балла. Ну вот я, наверное, витаминки возьму себе. Дайте подумаю. Короче, я сейчас еще поколдую над заказом, может, что-то еще надо взять. Ага, дезик я докинула. Да, дезик здесь, значит, вот этот удалить надо, дезодорант. Вот этот удаляем. Видите, как мы можем туда-сюда. Мне еще очень понравился набор кремов для рук. Это страничка 139, вот если будете смотреть. Вот он мне очень нравится. Я его заказывала, но не было возможность себе оставить заказы, у меня тут же забирают заказы, кто-то все время разбирает, потом они кончились, на них цену подняли, а сейчас 305 рублей. А со скидкой будет еще выгоднее. Сейчас положу на всякий случай в корзину, чтобы не забыть.
А потом еще доберу, да, чтобы 150 сразу. Видите, еще с клиентами толком не поработала. Итак, поехали дальше. Место доставки выбираем. Я на СПО, на прошлое выбрала. Вы можете вот так вот выбирать, куда. Может быть, доставка курьером у вас есть. У нас просто доставка курьером сейчас будет дороже. Сколько она? Вот, 225 рублей. А офис, который у нас тут 5-10 минут ходьбы, 125 рублей. Конечно, я на офис отправлю, и оттуда мы заберем. Тем более, что у нас там еще другие заказы будут из-за других наших партнеров, и мы забираем заказы, поэтому я оставляю здесь. Как вам выбрать? Вы, например, смотрите, получить в пункте выдачи, нажали. Сначала нужно тип выставить. Тип доставки. Нажали, смотрите, какой тут тип предлагает. Бьюти-центр. Но это вряд ли, это Москва, скорее всего, только. Постамат, пятерочка, перекресток. А, пункт выдачи просто постамат. То есть здесь вот пятерочка, перекресток, это вам на кассе будут выдавать. А если вы в постамат отправите, то вы придете, просто код введете и заберете заказ. Либо партнерский офис. Выбрали, например, партнерский офис, ставите здесь дальше, ваш город. Смотрите, что вам выдает. У меня, например, очень много вариантов. Видите, сколько офисов в нашем городе. Я выбрала свой офис, и он мне показывает 125 рублей доставка. Когда будет выдаваться заказ, тут чуть дальше мы увидим. Все, выбрала. Оплата. Смотрите, как делать оплату? Можете сразу оплатить прямо здесь на сайте, потому что если у вас, например, есть Сбер Спасибо, вы копите какие-то баллы, как мы делаем сейчас, очень выгодно, кстати, то оплачиваем прямо через личный кабинет. И тут написано, например, если вы выбрали оплату банковской картой, то вот он вам пишет здесь, вы прочитаете, вот, что обязательно в течение одного часа нужно оплатить только на сайте Oriflame. Только на сайте Oriflame. То есть вам нужно будет опять вернуться в личный кабинет, открыть историю заказа и выбрать «Оплатить заказ». Понимаете? Вот, 1% будет комиссия. Вот я так буду оплачивать. Да? Ну, сейчас я, например, выберу оплату перед получением, пока так сохраню, и веду дальше оформить заказ. И здесь мы уже читаем, куда доставка, какого числа, 6 августа, то есть в субботу только получу заказ. Далее, смотрим здесь по, все по сумме, по баллам, то есть я сейчас буду добирать еще, да, посмотрю по каталогу, может быть, себе подписку Wellness просто оформлю еще, и все. То есть мы все это просматриваем, смотрим, какая сумма к оплате. Смотрите, кстати, как выгодно. Скидка проходит, если у вас есть команда, вам компания начисляет деньги за работу с командой, а потом эти деньги идут на оплату заказов, если вы еще не оформили, или ИП, или самозанятость, то есть еще не получаете деньги на карту, то все деньги идут, лежат на балансе, и вы их тратите на оплату заказа. Но там идет не более 60%. Когда уже накопление становится больше, открываете самозанятость, и денежки забираете наличкой. Это очень удобно. Вот у меня часть денег компания всегда оставляет на оплату заказа. И с этих денег налоги не берутся. Это тоже очень удобно. Вот и все. Потом вы... Кстати, вот здесь вы можете посмотреть, какой баланс. Видите, мне оставили 5,141. То есть я сейчас доберу еще баллы, и у меня вот здесь вот сумма увеличится, то есть еще меньше будет к оплате. Вот, в принципе, все, вам самое важное рассказала. Сейчас посижу еще, поколдую над заказом, подумаю, что мне сюда в корзину еще доложить. А вам я желаю классного, отличного каталога, классных результатов. И обязательно посмотрите или на сайте информацию о новых акциях, которые для нас компания приготовила. Кстати, сейчас акция будет, можно ее сразу, наверное, посмотреть. Если вы зайдете вот сюда, то чуть-чуть ниже, да, листаете. Ой, уже кто-то заказ. Вот, акция какая. Если вы на 50 баллов сделаете заказ в 11 каталоге суммарно и на 50 баллов в 12 каталоге, то уже прямо в 12 каталоге вы забираете набор ковриков. То есть вам нужно будет их добавить, или код надо будет указать, или, скорее всего, на втором шаге выйдет «Добавь в корзину». Мы добавляем набор шикарных ковриков вот таких вот для ванной всего за 199 рублей. Мне вот, например, цвет идеально подходит, да он, в принципе, такой нейтральный, что, скорее всего, всем подойдет. Вот, и все. Вы можете тут посмотреть, вот какие размеры у коврика, что это 100% хлопок, да, и описание. И также вот на эту акцию вы можете позвать людей,
То есть рассказать им, что вот у нас такая классная акция, хочешь полотенчики, заходи ко мне в команду. И когда у вас команда растет, то вы начинаете получать с нее проценты. Но это уже тема маркетинг-план компании. Обратитесь к своему спонсору, к наставнику, и вам расскажут, что нужно делать, чтобы получать такие дополнительные деньги или уже потом перейти как разряд «основная работа». Все, давайте прощаться. Я вам желаю классных заказов. До новых встреч. Всего вам доброго. Пока-пока.